Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в нашу игру Pro Detective. Погружаемся в безумие. Давайте загрузить игру. Пирс прошел через доки, где старые и новые знакомые встретили свою смерть. Повсюду рыскали рыбы Левиафана в поисках жертв. Пробив себе дорогу и выяснив правду о происхождении Кута и его основателях, Пирс наконец пришел на китобойную станцию. Он надеялся поймать Сару Фортес, пока она не натворила бег. Минутку. Бег. Ваше здоровье. Вот у меня. За Сару Фортес. Давайте смотреть, что у нас там. Что ты сказал, Сара Коннор? Сара Хокинс, конечно. В безумие погружаемся. Опять зеленый газ, ёб твою мать-то. Найдите Сару Хокинс. Ага, наконец-то вы проснулись. Как вы себя чувствуете, мистер Пирс? Фуллер? Я убью тебя, так... Надо звук побольше сделать, погромче. Ну-ка. Ничего, честный повар. Видите ли, это одно из изящных умений этого невероятного существа. Левиафана? Вижу, вы про него уже знаете. Доктор Фуллер, что ж, начнем. Блин, надо протереть будет мою новомодную клавиатуру. О, у меня там. Да хера, чего есть? Открывай, не открывается. Не принимать лекарства. Вот опять, блядь, я же написал мне не принимать. А давай-ка съедим. У меня от лекарства-то один хрен, ничего не вышло. Ну это не кит, это хер пойми, что с глазами. Позвольте мне взять несколько анализов. Плоть, кровь, спинномозговая жидкость. Не бойтесь, из плоти Левиафана я извлек легендарный Ихор. Кто знает, что я смогу с вами сделать? Ваше тело необходимо мне для исследований. Взять пистолет. Конечно, я его пристрелю нахрен. Я убил его. Необходима жертва, которая доказывает свою решительность. Так, у меня что сзади-то? А, я отсюда пришел. Да-да-да. Вот это галюны были. Вот это, кстати, тело, как я понимаю, того самого чудовища, бля. В этом шлюзе. Ну, кто бы знал. Найди истину и обрети свободу. Ага, это он. Будет у меня как этот. Как же, блин. Портал. Решил поиграть и случайно прошел.
Ну напрямки что ли? Ну это слишком очевидно. Не хотел я так. Хотел неочевидности. Ага, упасть, значит, можно. Nothing's happening. Ничего не происходит. О, там доски должны были быть. Вот видите, доски. Мать его. Но мне точно не туда, потому что я хочу туда. Блин, блинский, пошли вы нахрен. Сюда пойду. Тут получается умереть-то я не могу. Какая-то оптическая иллюзия нахрен. Я не знаю, как. Не было, не было, херак появилась. Ну-ка вот это. Вот это. Так. Блять, а почему здесь у меня проваливается? Блять, не туда. Блять, вот. Ну все, теперь я знаю куда. Вот видите, блин, какая тут уловочка. Так. Ну ни хера не так. Nothing's happening. Ничего не происходит. Nothing's happening. Так, ладно. Так, понятно. Ищем правильный ответ.
Ага, это методом тыка. Так-то ни хрена себе, блин, каждый раз что-то помирать. Вот он, вот он. Ну пойдемте. К рычагу. А где тут выход? Ага, во. Выход образовался другой уже. Как-то интересная игрушка. За раз ее пройти бы, да? Так, ага, сваливаем. Ну давай, сейчас все понимаем, мы бежим. Он там сам застрял в текстурах. Котя, тихо. Нам бежать надо от Левиафана. Что-то напоминает, раньше была такая передача, где по телефону играли. Домовенок Кузя. Вот чем-то похоже. Мать его, это мясо в обожарлисе, yes. Который. Фицрой. Пора поднять белый флаг. Мы не принимаем. Чего? Поражение или что-то в этом роде. Я без боя не сдамся. Думаешь, ты здесь по собственной воле? Держись подальше, я пущу пулю вам в голову. Еще в берете, мать его. Наш верховный оракул заговорил, ты примешь свою судьбу. Что? В его пробуждении. Ну так вот. Я вижу тебя. Тебе не уйти от моего внимания. Ни хрена себе, глазик. Я следил за твоими странствиями, твоими решениями, твоими попытками освободиться от пут судьбы. Как и предсказывал, ты пришел освободить меня. Но это неизбежно. Хрен пойми, что это за рыба такая. Разбуди его. Воззови к нему. Только не делайте такую глупую оконцовку, думал. Пирс наконец-то увидел Левиафана во плоти. Чудовищное создание подвергло его нескольким испытаниям, после чего решило, что детектив готов встретить свою судьбу. Пирс взорвал китобойную станцию и потерял сознание после финального разговора с Левиафаном. Давай.
Так, игра сохранена. Голос. Я больше не слышу голоса. Давай. Взорвал эту пещеру. О, маяк. А чё он, сука, не светит-то больше? О! Давай. Столько, блин, ты китов там сожрал. Причем не сожрал, а просто выпотрошил. Ладно бы ел. Скотина такая. Опять пещеры, блин. Я тебе чё, спелеолог? Ты в ловушке. Ага, два раза. Продолжай. Боже мой. Сюда. Встань и иди. Ползи, наверное, блин, потому что там ни хрена себе обрыв-то. Давай, Пирс. Ты сможешь? Is somebody there? Есть тут кто-нибудь? Эй, hey, кто вы? Блять, а хули ты орешь, что у тебя пистолета нету? Монстр, если окажется, что ты будешь делать? Дебил, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Где я? Хрен пойми. А, я должен идти, да? Есть один путь наверх. Чудесный улов был ловушкой. Левиафан хотел, чтобы его нашли. Смотрите, вот он такой, как выглядит на самом деле. Такой, да. Он хотел, чтобы его нашли. Чтобы плоть его мы сожрали. Павшим товарищам они отдали свои жизни ради благого дела. Да хрен-то там. Последним было добавлено... Так, готов поспорить, я убил всех уцелевших после чудесного улова. Левиафан сам хотел, чтобы его поймали, чтобы он мог мозги им компенсировать. И опять приводит с цели. Там все и началось. Меня жрут, что ли? Левиафан жрет. Да. Вот у него мозг сейчас у Пирса плавится там. Вы нам бороденку-то показываете. А вот и тело, которого там. Кто ты? Кто ты? Человек острова тумана. Время скоро придет, Эдвард Пирс. Вы мертвы. Это все нереально. Я видел вас мертвым, я вижу сейчас. Я тоже сошел с ума. Вы выжили. Вы не понимаете? Вы не могли умереть. Вы останетесь в живых, пока не исполнится ваша судьба. Нет. Посмотри на меня, посмотрите на меня, Пирс. Попробуйте сказать, что вы все еще не верите. Когда мне было 8 лет, мой маленький братишка упал с яблони, у него пошла кровь, я позаботился о нем. В тот день я решила стать врачом.
и никогда не изменял своей клятве. Это и привело меня к Дектроуту. Я была нужна местным жителям. Я изо всех сил пыталась спасти хотя бы одного. Помогите мне дать им второй шанс. Примите силу этого спящего бога. Вы совсем с ума выжили. Но не только ваша жизнь. Многие принесли себя в жертву. И мужчины, и женщины. Холден, надежду на лучшее будущее отбросить нельзя. Я видел, что Левиафан сделал с Фуллером. Мы все тоже погибнем. Его судьба была начертана еще до того, как пришла я. Он не должен был услышать зов, а вы должны. Такова ваша судьба. Это картина, расследование. Теперь я понимаю, как и вас, меня призвал сюда высшая сила. Да, любимый, любой ваш выбор должен был только подготовить вас к окончательному решению. Я должен сделать выбор? Не сейчас, но скоро вам нужно кое-что закончить. Что же, я не должна вас... Я должна отвезти вас к Саре... Куда вы ее отвели? Мы найдем ее в белой точке. Не пытайтесь меня остановить. Само собой. Не стойте у меня на пути. Сражайтесь с мертвыми. Никто не может сопротивляться своей судьбе, и ты тоже. Хоть раз ответил, блин, не этой хрена тенью, а нормальным человеческим голосом. Нахрена им безумный-то идиот нужен? Замолчите! Молчите, стойте, уходите! Стойте! Стойте! Вот, кстати, что интересно, что удивительно, когда были компьютерные залы, каждая минута была на счету, и мы вот эти ролики все старались пропускать, чтобы не терять времени. Сейчас вы видите все это воплоти. Не сопротивляйтесь, Эдвард, они уже мертвы, вы ничего не сможете сделать. Поделитесь. Раньше мы такие ролики не смотрели именно из-за того, чтобы экономия времени была. Что со мной произошло? Сара, я должен пойти к Саре. Она оракул, она знает, что делать. Давай. Я уж не стал туда заглядывать, нахрен надо. У меня тут... Ага. И так-то ни хрена нету. Вот мы спустились. А, во. Прошу прощения, пардоньте. Не туда пошел. Блять, это такие гроты, такие пещеры, блять. Кто их тут намыл, наделал? О, 14 глава. Вроде бы как заключительно. После последней встречи Пирс должен отправиться к белой точке, где его ожидает Сара Хокинс. Там ему придется принять решение, которое может изменить судьбу мира. Мать его, надо сохранить. Мало ли, вдруг здесь есть несколько концовок. Давайте проверим. Ага, я не могу. Не могу вам показать несколько концовок, так я не могу сохраниться на какую-то другую ячейку. Видите? Продолжить игру. И там с последней контрольной точки. Поэтому концовка будет только одна. Но, возможно, есть несколько. Надо в интернете просто посмотреть и узнать, сколько всего концовок. Знакомая тебе реальность здесь заканчивается. Это все не имеет смысла. Иди, она ждет. Да я знаю, что она ждет. Ёб твою мать, кто ни хрена себе идолопоклонничество вы здесь устроили.
кстати, ступеньки-то ладно, хотя бы сделали по-человечески. Что они со мной сделали? Вот это в Хитмане такого есть. Давай. Обстановочка такая. Только не помню, что за Хитман. Ах, мистер Пирс, я ждал вас. Фуллер, ты же погиб прямо у меня на глазах. Не надо спешить с выводами. Неужели вы не имеете понятия о научном мышлении? Блять, придется смотреть, что за дрянь ты ей вколол, как привести ее в пустую оболочку. Дрянь? Сыворотка, выделенная из жира левиафана, дает жизненную силу. Для меня мое тело всего лишь смертное вместилище моего сознания. Оно хранит больше ответов и тайн, чем способен вместить ваш жалкий разум. Ну, дальше продвигаемся. Сейчас мы всех увидим, да? Вон, поднимались оттуда, твою мать. Ну, красиво, видите? Висят в воздухе камушки. Вы едва можете стоять, и все же вы здесь. Вы никогда не сдаетесь. Это не вы. Больше не вы. После исчезновения в доках. Это уже не вы. Детектив, как легко вас одурачить. Сразу бросаетесь даме на помощь. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. Потому что я нормальный мужик. Я не стану жалеть о том, что пытался спасти людей. Я сделал все, что смог, даже для Колдни. Для Колдни. Вы достойны своей судьбы, потому что сопротивляетесь ей. Пусть это и бесполезно. День настал, вам придется выбрать. Давай, с тобой сейчас еще опять поговорим. Это вроде полумонстр должен быть. Ты все у меня забрал. Жену, жизнь, судьбу. Ты отказался от своего права на нормальную жизнь, когда выбрал власть над человечеством. Никто не хочет любоваться этим отвратительным зрелищем. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, о том, что я прошел. Твою мать, ты посмотри на себя, идиот. Я принес в жертву тому, который спит всю жизнь, свой брак, семью, собственную плоть. Тому, кто спит. Он принес и принес. Почему Сара не выбрала меня? Почему на ее картине твоя проклятая рожа? Потому что твою рисовать, о господи, блевать охота. Но ты же это уже знаешь, правда? Я вижу, что ты сделаешь выбор. Я не знаю. Ты боишься неизвестного, а глупая гордость мешает тебе рассуждать здраво. Перестань врать себе и прими свою судьбу. Что за что ты получил свои медали за трусость? Это все нереально. Доверься своему чутью. Если ничто нереально, то что же это такое ты сам? Я проекция твоего сознания, то, что осталось от инстинкта, который вытаскивал тебя из оков. Не слушай их, они слишком опасны для твоего усталого разума. Мы выберем плохую концовку, если что. Если мне дадут выбирать, я выберу плохого. Потому что все, потому что хорошего хотят выбрать. А мы выберем плохого, посмотрим, что будет, мать его. И рожи-то вытесаны из камня. Поднялся. Пираты Карибского моря, мать его. Это здесь. Я почти на месте. Ступенечки. Каменные идолы. Идолищи поганые. Ну-ка, пустите меня!
Что вы тут без меня устроили? Абразины. Наконец-то ты здесь, искатель истины. Она ждет тебя. Вы ждали меня? Познав наконец истину, я поняла, что вы придете. Все это время я сопротивлялась, боялась того, что могу узнать. На самом деле я боялась сама себя. Начинается. Что вы узнали? Послушайте меня, Эдвард Пирс, потому что открою вам истину. Я видел разные вещи, странные и ужасные, но всегда истинные. Вы поверите моим словам? Да. Один человек, подготовленный испытаниями, откровениями, способен изменить мир. Всего один человек. Я видела вас в снах, которые видел и мой Бог. Я узнаю вас, узнаю, кто вы. Искать истины. Одно из немногих людей, способные постичь фрагменты его разума. Да-да. Я чувствую, что вы говорите правду, потому что так было начертано, или так мне больше нравится, нарисовано на холсте судьбы. Пирс, помоги мне! Тихо! Почему у них балахоны такие поношенные? Новые, что ли, не могли купить? Показали бы, сшили бы. Давайте. Я проведу ритуал. Тоже мне Нацгул нашелся, блядь. Что нужна была моя кровь, что ли?
это запчасть какая-то его, щупальца. Понятно, мы его так и не увидели толком. Оп-оп. Это люди между собой хренакаются. Мясо его переешь. Себя в жертву приносят или что? Жестоко, кроваво. Все померли, погибли нахрен. Я, наверное, один живой. Так, давайте посмотрим, можно ли нам сделать другую оконцовку. И сделать нам другой выбор. Ну давай. Ну же. Давай, давай, давай. Вот и славненько. О, можем, можем. Давайте сделаем все концовочки тогда. Возродили, да, значит, первый раз в Левиафана. Here you are at last. You were what? Yes, all this, but I was afraid. What did you do? Listen to. Your husband was right. Facing, even though you will this one man, because I saw truth seek. Yes, I feel because. Pierce, help me! Ну давай. Сейчас мы выстрелим в него. Silence!
Ну, когда принести себя в жертву? Ну чё, темный-то экран? Ну вот и картина пришла. По почте нахрен. Понятненько. Первое было безумство, разруха и возвращение Левиафана. Второе — это самоубийство. Давай, блин, сейчас опять загружаться долго будет. У нас есть третья концовочка. Прогружайся. Вот. И я тебя тоже люблю, усатого полосатого. Да. Усатый полосатый кот. И хвостат. Да ладно, ну пусть. Ну пусть. Вот, вот, вот. Неженка. Да. Давайте, разойдитесь, пошли вон. Ну давай, 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 давай. Воду, воду. Here you are at last. You were. Yes, all this, but I was a. What did you? Listened. Look around. Everything is must. I can't make one man because I saw you in the dreams, a truth seeker. Давай. I feel that. Because it was written. Все, смысл-то тот же. Провести встречный ритуал. Никого нет. Я один. Ага. Только где-то демонов стал. Все в себя заточил. Ну что ж, какой выбрать оконцовку, решать вам, конечно. Как видите, вы все три оконцовки вот были. И какая из них на ваш вкус? Ну, увеличили дозу, как вы просили. Хорошо, спасибо. Вот так вот. Какая ваша оконцовка, решать только вам. Да, у сталкера тоже несколько оконцовок есть.
В дурке, значит. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Да, подписывайтесь. Пока.